книги. В этой игре надо помочь Дим Димычу поставить книги на свои места. Тогда будет намного проще их искать. Посмотри внимательно на обложки книг. Они расставлены друг за другом по алфавиту. Какую книгу надо поставить на свободное место, чтобы порядок не был нарушен? Правильно. Выбираем книгу с буквой «Г» и ставим ее на свободное место. Получилось «А», «Б», «В», «Г», «Д». Все понял? Или надо повторить? У тебя все получится. Смелей! И начали! Чаще, пока не запомнишь все буквы без подсказки. До встречи в следующий раз! Хочешь сыграть еще раз? Или выйти из игры? Выйти из игры. Сыграть еще раз. 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 Сыграть еще раз.